Это еще что такое? Кошка. Я вижу, что не Эдита Пьеха. А ты зачем меня в дом притащила? Ма, она у подъезда сидела. Ну, конечно. А еще возле подъезда бомж Олежка сидит. Его что не привела? Да что ты к ребенку прицепилась-то? Блира, Тарал-то свой прикрой. Забыл, как после ее безобидных майских жуков мы дома эвакуировали. А после этого что? Всем домом за руки возьмемся и лишай пойдем лечить? Дружно. Вы доделайте, что хотите, а? Если она хоть раз мимо лотка своего личинки отложит, вы к Олежке обе переедете. Все, свободны. Смотри, идешь левее, там будет магазин с красной вывеской, но ты туда не заходишь, не заходишь. Все, проходишь, дальше спускаешься вниз, и все. Ты на месте. Женщина, апельсинки у вас почем? Сладкие? Килограммчик взвешайте. Подорожник, трава, на том же тревог. Слушай, кофточка какая классная. Как ткань играет, как лоснится. Не, ну 600 рублей, какая нос, как пошив хороший. Турция. Здравствуйте, ботиночки на мальчика есть? А вот эти чье производство? Слушай, вот эти хорошие, скажи. Ну мех плотный, просто примерь и все. Ну-ка, дай. Не давит? Смотри, как по ноге села. Классная натуралочка. Мех хороший. Ну-ка дай. Кожа классная вообще. Тебе самому-то как? Нравится? Ты глазки-то не закатывай. Все, женщина, мы вот эти берем. Так, ни стани говорю. Я уже 5 лет в прабабкиных сапогах хожу. И ничего не говорю. Все. Были белее снега, свадебные цветы. Ты. Это было так во сне. Женщина, вы что с Сережкой расшаперились? Я тут, видите, чай, кофе по акции. Ну куда вы все позбивали? Куда, куда? У меня оплата по картам. Куда? Вы читать умеете? Это цаца какая стоит. А, сапожки красные, волосики жиденькие. На ту кассу проходите, говорю. Лариса, какая химочка хорошая. Я тоже, знаешь, маленько сейчас отрасту, тоже пойду. Эффект мокрых волос хочу. Молодой человек, что как на выставке? Вот берите хорошая пена для ван. Вечерний Ноябрьск очень хорошо беру. По акции. Я сказала, где бросил, там и ищи. Мать, не отвлекай. Что вы стали? Девушка, у меня обед. Милочка, я уже знаете, сколько здесь работаю? Ты все не перерекайтесь, моя хорошая. Сдачу забыла! Перегидрольная. Прикол. Хожу я, значит, тут из магазина. Подходит мужик. Мелочь есть? Ну хоть попить дай. Ну ладно, что мне воды жалко. Протягиваем бутылочку. Я думаю, все, я сейчас по своим делам дальше пойду. Только, значит, отступа. Мне протягивают эту бутылку со словами. На, добей. У него борода так. Вот там прям ошметки такие колбаски свисают. Крошки, кусочек асфальта. Чири. Смотрю на него, на бороду, на бутылку. Ладно, мужчина, забирайте. Не надо, что вы. Единичный мой случай. Как-то раз на вокзале я искала розетку. Между людьми тут хожу. Правая рука, бутылочка с водой. Слушай, меня кто-то клик. Я еще без очков. Ну-ка, ты женщина. Подхожу. Она лежит вот так. Массив хорошая, добротная. Вот так, знаете, протягивая кружку. Водицы плесни. Типа, знаете, официант, водицы плесни. Уж не знаю, почему мне такие люди попадаются. И говорят, вроде, притягиваем мы тех, на кого мы сами похожи. Знаю, не знаю. Кажется, с ними у меня ничего общего. Эх, будьте вежливыми. Добрый вечер, дорогие телезрители. С вами телепередача «Приветы всему свету». Работники мясокомбината поздравляют Ларису Семеновну Славко с 50-летним юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, успеха. Пусть всегда у вас будет дома колбаска и сосисочки. Внимание! Рекламная заставка. За сегодняшний образ мы благодарим трикотажный завод города Иваново. Трикотажный завод города Иваново. Как одели, так и разденем. Галеньке в Киев летит следующий привет. Поставьте, пожалуйста, композицию «На маленьком плоту». Юрий Лоза. Я тихо уплыву. Доска объявлений. В Геленджике по улице Изыскателей продается гараж. Спросить дядю Пашу. С хлебозавода города Ноябрьска передает привет дорогой Галеньке. Галя, хватит жрать, у тебя уже лицо как вокзальные часы. ПС. Анонимно. Добрый вечер. С вами телепередача «Приветы всему свету». Внимание! Начинается новый квартал на журнал «Дачные забавы». Успей оформить подписку.
Дружный коллектив поздравляет с днем свадьбы заведующего домом культуры и просит поставить композицию «Модер Токинг». Йомахо, Йомасо. Всех жителей города Анапы мы приглашаем на открытие винзавода. Приходите, будем культурно угощаться. Магазин мужской одежды «Сударь» приглашает всех жителей города Челябинска за весенними обновками. Порадуйте своих мужчин и в гараж хорошо, и на выход. А наша передача подходит к концу. Всего вам доброго, и пусть рассада на окне цветет и не вянет. Ты знаешь, а я не растерялась. Я ему говорю: а ты забыл, кто тебе кости в будку кидал? Подруга, в этот раз мы расстались навсегда. Это пиздёж чистой воды. Здравствуйте, семья. Ой, Фаечка, а ты куда волосики так накрутила? Ну, слушай, ничего, так живенько смотрится. Хорошо. Фаечка, на, я вот сыну три кошки отцовские принесла. Нет, отец не носит. Смотри, какие легонькие, классные. Вот так раз-раз в гараж, магазин. Хорошие. Че, мои разносолы, не едите? Я для кого солю? Ничего в этом доме не делается. Вот у вас на балконе ковер хороший лежит. Ребятишкам в комнату постели. Не, ну а че мерзнут? Сама ты не догадаешься. На субботу ничего не планируйте. Отец сказал картошку копать поесть. А что глазки-то округлились? У нас планов нет с отцом. Так все, чресла свои все прикрыли. Картошка сама себя не выкопает. В субботу в 6. Всем доброго дня. Валерка! Все, допрыгались. Я сейчас иду, а наш шакал малолетний сыкуху вот такую зажимает. Нет, ты ж главное, ты посмотри, люди ходят, они стоят, зажимаются. Валера, с ним поговори, Валера. О, здравствуйте. Наш юный жеребец пожаловал. Куда ты от матери-то уходишь? Ну-ка, стой. Бриш, подойди. Чего у тебя глазки забегали? Говори. Ты предохраняешься? Что, ну, мам? Я твой хламидиоз, а потом лечить не собираюсь. Понять не могу, мы что, повзрослели? Это что за шкурячий патруль за тобой ходит, а? Сына, ты маму вот послушай, тебя еще таких будет много. Сына, мать плохого тебе никогда не посоветует. Нам невестка нужна хорошая, из хорошей семьи. Да не доводи, бать. Как же вы мне надоели с твоим отцом, а? Да что еще?